И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Хорошо, решено, я женюсь на ней. Я скажу ей об этом при первой же возможности. Хватит играть в прятки. Ой, все зашло так далеко. Глупо отрицать то, что мы оба чувствуем. Камера пыток. Я первый раз видел подобное устройство так близко. Так близко, что мог потрогать. И где те люди, чьей работой было задавать вопросы, добывать ответы, которые были нужны его королю? Где они теперь? В конце концов, они встретили ту же судьбу, что и их жертвы. Все равны перед песком времени.
Thank you.